За выходные в Первоуральске диагноз коронавирус подтвердился еще у 25 человек. За 4 месяца пандемии в городе заболело уже 354 человека. В стационаре на Диносе сегодня находится 46 пациентов, двух врачи вылечили. Общее число выписанных составляет 75 человек. В Свердловской области за минувшие сутки заболели более 218 человек. Больше половины из них – это жители Екатеринбурга. Таким образом, за 4 дня общее число зараженных в регионе увеличилось почти на 1000 человек. К сожалению, растет и число жертв коронавируса. В больницах скончались еще 6 человек. Врачи вылечили 68 пациентов. В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев издал указ о продлении до 20 июля режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.